І так, всім доброго дня, шановні мої підписчики, хорошого времени суток, гості моєго каналу. Самі я, фронтовий кореспондент. 3 мая 2020. Будемо надіятися, може бути, сьогодні не виложимо це відео, воно буде... Прошле відео двоє суток загружалось, поки Лілечка його вручну не загрузила, тому що людям робити нічого вдома, сидять, всі вилажують, щось знімають, ютуб перегружений. Ну і тому знімаємо третього, а коли вийде там, це вже не суть. О, може бути на День радіо, який буде 5 мая. Ну а там, ви ж розумієте, ребята, що таке май? Началося мир, труд, май 1 числа. Хотя мне ближе любовь, комсомол и весна. Но тем не менее, вы же понимаете. А вчера, 2 мая, я уже казал в предыдущем видео, что у нас традиция, мы варим кашу. И кум вчера говорит, дай Бог ему здоровья, такую кашу, ну добро просто казан, потому что ты весь вчера умер. Поэтому я, зайдя издалека, хочу затронуть тему каші. От бачите, ну, на вулиці вчора плюс 30, спина згоріла, ходжу в такій формі, ну і плюс робота трошки. Я не кажу там, що їх даю їм в одне время, завжди. Коли даю, тоді й даю. Нічого страшного з ними не буде. Ну, поэтому, вроді по каші все вже ясно, все ізвісно, всім все понятно, але вопроси возникають. Поэтому якби я вскользь заодно буду давати і трошки освіщати. Ось, дивіться ж, я кажу, розказував тоді, що там треба проценти висчитувати, що тут там метод, та ніхто цього не робить. Воно раз, отак на глазок, хоп-хоп-хоп насипав. Опять же, ось кашка, я її щось сюди заносив, тому що на вулиці жарко, щоб вона не скисла. Звірей теж жалко, тому що желудки у них не живі. О. І спрашують мене один із часто задаваємих вопросів. Даєте ли ви свіжу рибу? Значить, ребята, нутрія в природі рибу не їсть. Вона травоядне животне. Ну, опять же. Дело в том, что колись во время Советского Союза был такой журнал «Кролиководство и звероводство». Может, кто помнит, кто и читал. Ну, мы долго его выписывали. Казал мой батько, туда пишут те, у кого не получилось, чтобы и у вас не получилось. Но там был по поводу рыбы. Значит, ну, лучше добавляю, я там добавляю всякий жир, я рассказывал про это уже не раз. Добавляют, надо добавлять, вообще тогда было написано, что добавлять, ну и, тихо, надо рыбий жир. Это кладезь витамина Е. Если солнце витамин D для роста, то рыбий жир это витамин Е. Единственное, что не было написано, сколько... Давать, ви можете замінити його рибою свіжою, коли варите кашу. Але тоді не було написано, в яких пропорціях. А тоді було таке время, що в нас на озері живця було просто неміряно. Окуня не було, а тим більше сонячного того паразита, який виїдає на цю рибу тепер. Спасибо братам із Америки. І батько, пішли ми з ним, наловилися, зимою було. Ну скільки? Каструля така, скільки треба кинути? Та побільше. Та може багато. Та не давай побільше жаліть, воно ж таки може полізне. Чим це кончилось? Розстройство желудка було у внутрі більше неділі. Тому, возможно, ви можете її додати в кашу. Возможно. Но треба знати скільки і щоб не переусердствовать, тому що ви ж розумієте, все це плохо заканчується. Опять же, по поводу того, ну, інгредієнтів. Ми знаємо класику. Да, пшениця, ячмінь, кукуруза, там хто горох додає, хто сою може цілу дробити. Ну все це саме. Значить, ребята, я розкажу, що говорив я.
От дикого риса чорного басматі до риса, який, з якого роблять суші. Ото риси, які є, парені, шліфовані, дробльоні, я варив із них кашу. Внутрі їдять. Ту ж саму кашу, що ми вчора варили, кулеш. О. Вона із пшена. Я варив внутрі кашу і пшена. Вони теж їдять. Гречку вони їдять. Вони все їдять. Поэтому... Но в то же время, я вам, ну, я ж, як завжди кажу, що я тільки совітую. Я нікого не заставляю, не принуждаю, а тільки совітую. Все должно бути в меру. Всегда. В плані чого? От люди, я на свою голову показав, що дають шкурки з бананів. Та ну це не є істочним. Не їдять і бог з ним. Можна ли додавати апельсинові мандаринові шкурки? Попробуйте. Ну там, то їдять, то не їдять. Та й бог з ним. Ну це не може являтися основним істочником питання. Ви це прекрасно повинні розуміти. Єдиний який плюс. Якщо попадає... Ну, во-первых, апельсинова шкурка, чим хороша, вона ви можете і вдома... В домі розложити в зимнє время, особливо на батареї, вона вбиває всі ненужні мікроби в житті. Це раз. О. Но коли вона попадає в кашу і насипає отак, якщо сипати так, як я, то аромат стоїть просто непредсказуємо прекрасний. О. Ну, а там вони їдять, ну, по крайній мірі, якщо попадає, то я її стараюсь просто викинути. О. А так, все должно бути, над цим не треба зациклюватися. Ви ж розумієте, коли-то ми, є у нас такий ринок сільпо, сільхозживотних, там де я беру корнеплоди, підходить до нас мужчина і каже, а скільки, і спрашує, а скільки у вас внутрі ростуть? Я говорю, 10 кілограм. А ви ж їх, мабуть, кашею кормите? Да. А у вас? А ви чим кормите? А він каже, а я кормлю однією травою. І ростуть вони в мене по 3 кілограма, так як і в природі. Ну, і, звісно, всі ж там, хто стоїть, та о, це неправильно, це якби, що ж це за вес, тяганина, там, і так далі, і тому подобне. Ну, тут треба задуматися, ребята. А в плані чого? А в плані того, що... Людина по-настоящему їсть настояще нутрієве м'ясо, используя при этом максимально приближені корма к її реальним условиям обитання. А ми ж отчасти друг перед другом себе показує, тягає там цих нутрій на руках постоянно, то беременних, то не беременних, то самців максимального веса. Що ми робимо? Ми робимо із них спортсменів, яких ми кормимо стероїдами і анаболіками. Це та ж сама каша. Да, понятно, що якби в тому плані, що коли ми почали з ним, з цим мужчиною на цю тему балакати, я ж йому, а як же ж там, а каша, а гранули, а сухое молоко? Та не треба, каже, мені цього нічого. Мені достатньо трави тієї, що я їм даю. А ми їх пічкаємо, чим можемо. Тому що, що нам треба? Ми виганяємо масу. Да, понятно, используя при этом теж натуральні корма. Но, нагружая всі органи, які в середині звіря є, откуда в нас півкілограмові печенки у звірей, почки увеличені і так далі. Ви ж розумієте, із-за того, що ми кормимо їх неприродними кормами. І тут може бути, і треба задуматися, як це використовувати. Може бути. Я допускаю такий варіант, що года через 2-3 каша буде мавітон. Зараз почали усилено продвигати гранули. Но, понятне діло, понятно было, в каком плане. Себестоимость вот этой кастрюли каши 30 кг. Я уже там с усими накрутками, какие только можно всунуть. 50 гривен. То есть 150 рублей на русские гроши.
на российские грузчики. Понимаете? И даже если из 30 килограмм каши 20% я потеряю, вы же понимаете, и мне всей каши хватает на 60 штук. Вот этих 3 килограмм. 30 килограмм каши. 30 килограмм грану, себестоимость яких я не знаю. Ну не хватит на 60 штук, при любом раскладе. А если потеряю, то она гораздо дороже гранула, чем стоит каша. То тут тоже надо подумать на эту тему. Это надо специальные кормушки, может быть, осторожно, бункерные, как используют для птицы. Кто его знает? Частично люди мочат те же самые гранулы. Зачем тогда их набивать? Размочить зерно. Как скажут мне, да люди ж и зерно дают, чтобы не варить кашу, не мучить, что знаю. Поэтому тут всегда, все же самое простое. Люди уже все, все про все знают. Единственное, то же самое и я. Вот дивіться, я не можу, пытаюсь как бы затронуть какую-то тему, яка людям интересна, возможно, возможно. Потому что, понятное дело, что у каждого свои видения, у каждого свои приоритеты и так далее. И рассказывать каждый раз, что вот это клетки, а вот это нутрии, которые сидят в этих клетках. Ну я не могу, ребята, ну что, ну ничего не поменялось абсолютно за то время, что я вылаживать начал видео. Вот даже, бачите, следующую порцию замешаю, всю дам без этих самых, там будет достаточно. Единственное, что дві клетки, хто дивиться мої відео, побачить, що дві клетки я розгородив і зробив з них одну здорову. Оце єдине змінення. І трохи поміняв містами, тому що, возможно, возможно, зроблю колись ніпільне поїння. А ось ось на даний момент, зараз, дивіться, і все, поїхали дівчатки. Кушають, потому что сварено с любовью, понимаете, без всего зверя. А ніпельне поїння, все, вчора начал давать воду, первый раз звери купалися в мене, дуже довго думали, что им там робить. Ну, тем не менее, все хорошо. Поставил земляный пол, все впитывается. И їм хорошо, і мені спокійно, тому що ну, жара просто, я ж говорю, это, в усьому мирі робиться якась біда з цією погодою. Ну, у нас хоча б вчора був перший гром, гриміло так, що думали ж, гроза в початку мая. Ну, к сожалению, десь вона по Дніпру пішла, може десь і біди наробила, хто її маму зна. Ото такі от, ребята, діла по поводу каші, кормлення. Понятно дело, что опять же дивлюся там, и женщина в России, блогер такая интересная, своеобразная. Вот замочает зерно, да, добавляет там мел, добавляет, еще что-то. Вот дабы достать рыбной муки, так кос, мясо костное, вот было бы хорошо. И тем не менее, бачите, да есть и ничего, растут и хоть бы хны. И никто не задумывается про то, что а як же без неї? Я скажу чесно, я даю от це добро через раз. Раз даю, раз не даю. О. Тому що в усьому повинна бути мірка якась. О. Ну, і закінчую по поводу каші. О. Написав мені один мій зритель, не знаю він. Обычно говорят, та вот подписчик написал, та никто не знает, подписчик или нет. Что, ну не знаю, ну, ну написано не передает интонацию, то ли это похвала, то ли это ирония с легким сарказмом. Ваше видео, дивлюся, заварив собі чашку крепкого чая, лежа на диване. Ну хорошо, что не заканчивается на второй глоток. А заканчивается до
конца чашки как раз хватает. Ну, приятных просмотров. О. Так что, вы же понимаете, я все делаю для вас. Для них и для вас. Тему кормления. О, продолжим ее на улице. Он якась там птичка співає. И внутри я единый. Ну, я не распыляюсь. От у меня из домашних животных это только внутри. Сельхозживотных. А так собака и кішка еще. Ну и вторая моя страсть. И как бы отчасти связана тоже с внутриями. Это вот это вот добро. Вот это, вот это. Я занимаюсь разведением смородины красной и черной и крыжовника. Кому интересна эта тема, есть у меня два видео за прошлый год. Крыжовник, обзоры, комментарии. И красная смородина, обзоры, комментарии. Кому интересно, можете подивиться. Ну, а если черное интересно, там есть видео за позапрошлый год. Называется «Мой дом», я там частично, естественно, свой. Огород у меня не дуже здоровый. Там пишут люди, у нас там по 50 соток, там по 30, по 40, по гектару. Понятное дело, ну, я же все это прекрасно понимаю, что я не на асфальте вырос, чтобы вы понимали. Поэтому все огороды внутрь прокормить не могут, если у вас ее там достаточное количество. Да, какие-то определенные этапы решаете, но не более того. Ну и понятно, зачем я это затронул. Ну, как бы я вам хочу сказать, вот это моя картошка, мои помидоры, мои огурцы и все остальное. Там мама для себя сажает это, овощи, я этим не занимаюсь. Потому что у меня всего добра достаточно. Я реализовывал раньше и саженцы, сейчас этим не занимаюсь, просто ягодники. Так чему я веду по поводу внутри? Вот сейчас оператор наведе. Вот дивіться, все засыпано отходами не только жизнедеятельности, но и то, что остается от сена. И я даю зимою траву ходю, рву в берег, осоку там и все остальное. Сам камыш, вы бачите, все это перетирается, потом я его высыпаю сюда. И до осени тут ничего не останется, с осени будет новоселье. Плюс там куча у меня, я с ней сделаю 3 года, я уже собираю, но в этом году сейчас закончится эта эпопея, и туда запустить бактерии, чтобы на компост быстрее переточили они их. Ну и как бы в этом плане еще хочу сказать, вы не подумайте, что у меня футболки закончились, просто ну, работа так, я тут кормы уже, вы же сами бачили, и работа, утром надо было, пока не жарко, пока не ветру немає, все это надо было перебрызгать, потому что, вы же понимаете, ребята, дело в том, что, ну, как бы вам сказать правильно, все болеет, эти гады, то галится там, то все остальное нападає, поэтому надо бороться. Я, к сожалению, или как правильно сказать, не верю ни в табачную пыль, потому что страна наша не производит сигарет, откуда тогда табак. Ни вот эти настои на всяких травах, это все частично. Надо убивать раз и навсегда. Поэтому надо вставать пораньше. У нас уже опять стала жара аномально начинаться. Сегодня, я уже сказал, яке сегодня число, 3 мая, поэтому вчера целый день ходил раздетый. Ночью не спав, плечи сгорели. Поэтому одівся так, пока что закончу. Днем, может быть, опять выйду, буду раздетый, поэтому надо уже загорать, потому что майский загар самый полезный. Ну и надо аккуратно, чтобы не сгореть. Поэтому вот это, если вдруг у кого-то какие-то вопросы, я этим делом занимаюсь довольно-таки плотно. Ну, особенно смородиной уже больше 10 лет тоже. Та больше, 15 можно сказать. А крыжовник вот у меня 5-й год. Я его экспериментирую, пробую, что-то выкину. Даже там, если вы подивитесь видео, те, что я рассказывал, то уже половины тих сортов немає. Я навиписував нового. О, поэтому подивимся, что они нам дадут. Ну и частично
ежевичку начал разводить для себя. Ну, если этим я занимаюсь для реализации на рынке, то то понятное дело, ежевика это будет пока что для себя. Ну а там дальше по поводу кормления будет продолжение, и мы все почуем и побачим. Я с вами не прощаюсь. Продолжаем тему кормления внутрь. День прошел. Пройшов дощ, прибив, слава Богу, пиляку. В Києві вчора був, оказується, град, у нас тільки гриміло. Каша з'їдена, викупані, слава Богу, жара трохи спала. Поэтому, саме головне, ребята, я вам просто скажу, ну, виражу, як завжди, своє мнение на тему кормлення. Я ніколи в житті со своїм уставом не ходив в любий монастир другий, який би він там не був. Понимаете? Як хто вважає нужним, той так і кормить. Я показую тільки своє. Поэтому скільки я даю, ваше діло приймати чи не приймати. А судить мене ви не боги, щоб ви розуміли. Я думаю, що той, хто це, якщо він буде дивитися, прийме, о чому розговор. Да, я даю, от кашу утром дав, хліба вечором уже не даю. Зачем? Достатньо калорій. Внутрі я сидить, не двигається, тільки їсть і спить. Поэтому два кусочка морковки не митую. Я не мию овощи. І мить їх ніколи не мив, не мию і мить не буду. Три кусочка буряка і горбушечку хліба, і пучочок очерету. Я так вважаю для себе нужен. Поэтому осуждать ви мене не вправі. Хто як хоче, той так і ту музику і крутить. Поэтому я кормлю от іменно так, щоб ви понімали. Ніяких при мудрості, ось пішла трава, слава Богу, ось дав, ось висипав, все. Ось порція на вечір, три малыша місячних і мамка, плюс трава, все, нічого оригінального, неоригінального тут немає. Тим более, он видно, пуза мокрі, викупались перший раз в житті. Ну, треба хорошо їсть, коли купається. Те, що лежало, завжди уходить. Вон, дивіться, все, пожалуйста. Всі їдять, всі довольні. Це для разнообразия раціону. Можна дати просто одну траву. От я вам що хочу сказати, ребята, в этом плані. Я жива людина, нічого чоловічеське мені не чуждо. Чим хороша нутрія, ребята? Ви і неділю їсти не давайте, вона здохне мовчки, як і кріп. Понімаєте, о чому я говорю? Ти прийшов уставший, заморений, тобі не до цього і так далі. Вчора вечором прийшов, трави роздав і до свідос. І ніхто нічого. Приходив утром, є претензії, тишина, значить претензій немає. А там розказувати, що це неправильно, я ніколи в житті не буду. Я не скажу, що от я держу їх там определене кількість років, ви нічого не розумієте, а я Д'Артаньян. Та такого не буде в житті ніколи. Поэтому, пожалуйста, хто вважає нужним, беріть на вооруження, хто не вважає, ваше діло. Раз, а ці три, напополам, і до свідос, цього достатньо, бо тому що є определенний об'єм трави. О. От так, все, це гоп, ось вона трава, воно вона нарвана. От дивіться, заготовив я вже. На завтра буду варити кашу. Післязавтра буду роздавати. Поки середньосуточна температура не буде плюс 15. Тому що потім вона зразу скисатиме. Просто-напросто. Ну і що я хотів затронути в цьому плані. По поводу прошлого мого відео. Ребята, я ж вам не школьний учитель. І ви не, вже, слава Богу, не школьники. Сухі цифри, я вам просто, вони в зошиті там є. Я не буду казати, дітки, сідайте рівненько. О. І записуємо. Я вам указав вектор, направлення, а ваше діло. Братися на вооруження чи не брати. І будете дивитися, надо вам це чи не надо. В плані того, що возрастні групи.
конкретно кормление, то, что касается. Там уже вам самим решать. Понимаете? Опять же, вам уже по поводу травы. Ребята, вот все, дикий чеснок, внутри тоже его едят. Посюда. И все зерва специально трава. Вона тут в разных ипостасях посевана. Вот вона тоже съедобна. Внутри ее едят. Поэтому, пожалуйста, я когда срывал траву, один мужчина йде и каже мне, как надо любить эту скотину, чтобы заради неї гнуть спину. Ну вы же понимаете, пока это приносит нам какое-то удовлетворение, по крайней мере моральное. Пока нам будет это не в тягость, потому что косить пока нема де. Нема чого. О. Так же само все показываю. Их четверо. Я режу на куски, потому что и всегда есть особенно здоровое количество. Там будет всегда драка за кусок. Понимаете? Поэтому лучше дать трошки больше. Нормы тут же ж никто ничего никому ни для кого. Вам самим. Кого есть, кого нема. Вот попадается где, вот так ось оббив, никто ничего не миє. И все съедается под ноль. Если каша какая-то остается, то я вон туда и назад высыпаю, перевариваю. И все уходит под чисту. Оце, вот так вот, морква гадон, бачите, начинает гнить, надо давать, потому что как бы не было, а в погребе все равно тепло. С одной стороны вроде и холодно, а с другой стороны не дуже. Поэтому вот, пожалуйста, их там пятеро. Даю 16 кусочков. Все. Вот это оно. Вот такое кормление у меня. Я ничего не выдумываю, не придумываю. Гляньте, ждут хозяина. Скучили, да, ребята? Выкупаны, чистые, напоены. И без проблем. Травы не жалко. Сколько хочете, сколько и давайте. Ну, если, конечно, есть неограниченное правило, право выбора. Вон, дивіться. Все. Траву до утра поедят по-любому. Хотя. Полуночный образ жизни внутри воды. Но тих же ж, на тих же сайтах, что я вам в прошлый раз рассказывал. Рекомендую 70% давать в утреннее время. Почему так? Не знаю. По идее, вот, смотрите, девчата, сейчас я им травки дам, пока там нарежу, а они хай грызут. И добавим, конечно, все им мало. Вот и все. Вот, смотрите, как оно. Вот ради цього и хочется гнуть спину, потому что, вы же понимаете, мне это приносит, по крайней мере, если в начале года хотел вывести, то теперь, пожалуйста, наоборот, создал 4 новых семьи. Ну, это такие ребята кормления. Так что, если вдруг у вас так случилось, что вы не можете сегодня ей что-то дать, то ничего страшного, воно ж не пропадет. Там жиру в ней на неделю точно хватит, как у дикого кабана. После зимы. Ну и я как бы не буду задерживать ваше внимание надолго, ребята. Сегодня ще раз повторяю, 3 мая, у моїх дітей день рождения.
у сына и у дочери. Я невестку так свою называю, она моя дочка. Поэтому керняшка у меня же, как у нормального дядька, в сараї все есть. Он полностью у меня укомплектован. Я ж не Боже не поздравил. Раз. Напиток оригинальный. Ну вы не подумайте, что дядько это пьет постоянно втихаря. Я втихаря сам никогда не пью. Не люблю я это дело. Ну майские праздники, конечно, не зачесался, печенка вздрогнула. Понимаете? Это виски оригинальные. Я уважаю этот напиток, не мой, не с дистиллята. Поэтому редиску я ее никогда в жизни закусывать не буду, как положено. Лимон, коньяк, лимон и сахарная пудра вообще положено так. Ну а вискарь ось берется жирное что-то, это сырок. И лимончик. Дітки, дай вам Бог всего, чего він нам не дал. Самое главное стабильности в этой жизни. Чтобы все у вас было хорошо. А вам, мои постоянные зрители, я желаю всего самого хорошего. И не только в мае месяце, а во всей вашей жизни. Чтобы все было добре. О. Поэтому в всех трудях, в первую очередь, это касается мир труд май. Тоже вас с праздником. Всем всего хорошего. И не забываем. Палец в гору, руки заняты. Колокольчик. Кому нравится, подписывайтесь. Приятных просмотров. До побачення. Вас фронтовый корреспондент. Дети, сегодня только за вас. Амброзия. Красота. До побачення.